Прикамье на установку пешеходных переходов потратят почти 115 миллионов рублей. Они будут оборудованы светодиодными знаками и светильниками. Включать зеленый свет пешеходы будут сами нажатием кнопки. Всего на территории Прикамья требуется установить 116 таких пешеходных переходов. Они расположатся на трассах в разных муниципалитетах. Для решения проблемы нехватки кадров Соликамская городская больница заключила целевые договора на обучение со студентами и ординаторами Пермского государственного медицинского университета. И вот первые результаты сотрудничества. В сентябре 2022 в больнице появились 6 новых специалистов. Врач-терапевт, участковый доктор, 2 анестезиолога-реаниматолога, акушер-гинеколог и эндокринолог. В Березняках продолжается масштабный проект по озеленению города «90 лет, 90 саженцев». Совсем скоро в городском парке появится аллея шахтеров. 15 именных деревьев в честь почетных горняков, внесших значительный вклад в развитие калийной отрасли, посадят в парке этой осенью.